песню, которую я сейчас буду петь. Вообще это дуэт. Второго голоса сегодня не будет по уважительным причинам. Эта песня еще существует в переложении для народного оркестра и детского хора. Борис Абрамович Скотневский. А по-другому быть не может. Я даже думала, что не обязательно это говорить. Когда эту песню впервые я показывала детям, они при мне ее разбирали, они плакали. Я не говорила, кто автор, пока они не выучили. Чего?